положительно. Почему? Ну, тем, кто сидит повыше нас, и знания, и образ жизни, и все остальное, им лучше видно и знают они. А мы, наше дело послушание. Нормально. Мне, в принципе, без разницы. Обучить проще, скорее, вот, чем моложе, тем проще обучить. Ну и по здоровью самый расцвет сил. Ну, я думаю, что это ничего не изменит, я так думаю. Потому что, ну, многие учатся в институтах, да, допустим, и все равно им дают отсрочку, потому что так как учеба у них. Вот, ну, я думаю, что, наверное, может быть, даже это правильно. Потому что молодежи тоже бегать, документы собирать, да, что вот учатся и так далее. Мне как-то без разницы, я не годен. Но мне кажется, ничего особо не изменится. Отрицательно. А зачем? Вообще, для чего забирать даже 18, 19, 20 лет? Пацаны не умеют даже ни ружье держать, ничего. Зачем вот издеваться? Для начала нужна какая-то физическая подготовка для того, чтобы забрать человека в армию. Должны подготовить человека не только морально, но и физически. Ну, я думаю, что мышление же другое уже будет у детей. Они постарше. 18 лет они еще дети. Поэтому я думаю, что армия у нас будет умнее, перспективней и сильной, как всегда и была.